Любовь может многое, деньги могут все. Деньги распахивают двери в мир славы и удовольствий. А с большими деньгами тебе становятся доступны не только женские прелести, но и уважение, фантастические возможности и невероятная власть. И тогда богатые становятся еще богаче, могущественные – еще могущественнее. А что может быть желание богатства и могущества над всем миром, над всеми народами, над умами и сердцами? Но циничная формула, что деньги могут все, выведенная владельцами транснациональных корпораций и взращиваемая столетиями магнатами-монополистами капиталистического мира, в годы Второй мировой войны разбилась о мужество и стойкость советских людей, которые подарили народам мира самое большое чудо – жизнь и свободу, возможность растить детей, радоваться василькам и любить. Из письма гвардии майора Дмитрия Петракова дочери 18 сентября 1942 года. «Моя черноглазая мила, посылаю тебе василек. Представь себе, идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв. Василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной. И если бы я его не подобрал, его бы затоптали». Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят. Мила, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Биографическая справка. Пинчук Владимир Антонович. Родился 13 марта 1927 года в деревне Ксаверево Базарского района Житомирской области. В 1941-1943 годах жил с семьей в оккупации. В этот период в результате кровопролитных боев деревня три раза переходила от советских войск к фашистам, которые трижды пытались угнать Владимира Антоновича на работу в Германию. Но ему удалось бежать. В конце 43-го года, после освобождения советскими войсками Украины, был призван в ряды Красной армии, участник Великой Отечественной войны. С декабря 43-го по ноябрь 44-го служил в истребительном батальоне, а в мае 44-го года направлен на Тихоокеанский флот пулеметчиком с танкового пулемета в составе 335-го отдельного батальона морской пехоты 13-й морской бригады. Участник войны с Японией. Демобилизовался в 1951 году. Награжден благодарностью Сталина, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за освобождение Кореи, за победу над Японией, медалью Жукова, юбилейными медалями. В Новоуральске живет с 1959 года. Работал на УХК. Ведет большую общественную работу, вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи Новоуральска. Владимир Антонович, расскажите, пожалуйста, о том, вот где вас застала война 22 июня 41 года. Наверное, помните эту дату, да? Да, война нас застала, меня застала в Житомирской области, деревня Ксаверово, да, деревня Вишев Базарского района Житомирской области. Отец меня был начальником почты, и сразу же дежурных на телефон поставили, все. И с первого дня он вот... Киев бомбили, у нас сразу же ночью проснулся, бомбежка, все горит кругом, это такое зарево, ну, километров 20. Что такое? Война началась, отец. Ну, то сразу же дежурных кругом поставили, все. А семья у вас была большая? Семья у нас была 6 человек. 6 детей? Да, 6 детей. И родители еще. Вот, я самый старший. У каждого начали рыть окопы. У каждого дворе у нас был свой окоп, потому что самолеты летали, Киев бомбили, вот это через, как раз через нашу деревню, и бомбежки все. Так у нас у каждого во дворе был окоп. Два наката. В августе месяце нас уже немцы полностью захватили, оккупировали. Мы дома, пацаны, не в лесу прятались, потому что они забирали рыть окопы. Впереди гнали, так это. У нас рядом была немецкая колония Дерштер. И у нас спасло в деревню нашу то, что староста был немец, сам местный житель. И вот когда немцы вступились, здесь все же кругом все деревни разломали такое. А он не дал ничего ломать. Колхоз как был, так, даже забор. Он не дал ничего ломать.
вот, пожалуйста, вам староста немец. Ну, он сразу с властями, наверное, вступил в отношения. Да, ну, его сестра была переводчицей, ну, и комендант в районе был, чехословак. А немцы, ведь же в 41-м году они сразу же чехословаков сняли с фронта. И они охраняли склады, сами заминируют железную дорогу. И придут и показываешь, где мина, ну, их в отпуск пускали за это. Взрослые, наверное, все ушли в партизаны. Дядя чекист, 18-го года еще, он был командиром партизанского отряда в Житомире. Ну, их у всех расстреляли, там, двоюродных братьев. А меня тут начали в 42-м году брать в Германию, первый набор. Но меня спасло то, что я знал чешский язык. Но, ну, меня взяли, я доехал я до Оруча, а в Оруче там был, стояли чехословаки. Вот они нас довезли, и нас встретили немцы. А там был в воинские части в Овруче, да. И там нас сразу же приняли немцы, по 6 человек. Это колонны построили, кусок, булку хлеба дали. Такой, знаете, яшни мне просили с отсюками, как говорят. И кусок конской колбасы. И всех разместили в этой, ну, где воинские лагеря были. А нас поместили в этот коровник. Ну, уже в 42-й год, все сухое. Мы тут соломит натаскали, там ночевали. Много угнали народу? С нашего района и с нашей деревни 40 человек взяли. Примерно вашего возраста, да? Да, ну и постарше так-то, таких, чтобы работали могли. И когда туда разместили, и ночью вдруг это, стрельба такая началась, а ничего, а тут же везде Белоруссия и Украина, там же размещался партизанские отряды все. Вот этот Кузнецов, там 60 километров от нас, я вот отряд был. Стрельба, что такое, не понял. Начали разбегаться. А вот это вот, от Оруча, там была чешская колония. Ну, поскольку меня мать, отец хохол, мать чешка, так я вот чешский язык-то знал. И мне мама сказала, что ты можешь идти туда к родственникам, если сбегаешь. Там деревни такие, села, домов 20 в лесу это были. Я забежал в туалет, спрятался, когда начало светать, смотрю, хозяйка. Ну, я вышел, ну, пацан самый такой, пошел, смотрю, едет под воду. Комендант наш едет, тот, который нас отвез. Ну, он проехал, смотрю, едет под воду. И говорит, сынок, ты куда? Я говорю, так мне надо, вот, там деревня. А там материн брат был кузнецом. Ну, его все, это даже кузнецы. Говорит, ну, давай, садись, я тебя подвезу. Он расспрашивает, ты откуда? Ну, я вижу, что он такой. Я говорю, он сбежал из этого, из лагеря. А он, ты видишь, а уже рассвело, подошел там через реку, подошел поезд. Из тех, кто остался, их погрузили в поезд. Он говорит, смотри, их уже везут до Коростеня. Говорит, ты до Коростеня не иди, там тебя сразу поймают. Я тебя, говорит, подвезу километров 5, покажу дорогу, где дядя туда. Ну, он говорит, я староста. Ну, представляете, сам попал в руки. А он видит, что, говорит, не пугайся. Говорит, я своего племянника тоже не знал, отправил его в Германию. Ну, я там проработал это, дней 20 тети прожил, и потом вернулся домой. Зашел в сарай, залез, мама пришла корову доить. Я говорю, мама, она ведерко опустила. Ой. Ну, потом, после, вот, 42-й год, жили при оккупации, и у нас... Уже когда немцы полностью захватили это наш до Днепра, они же высадили десант, все мосты взорвали, там же скот гнали, там же
ну, Запада, там тысячи голов погибло. Гонят карматов, по дороге нет, а в особенности коровы еще на покушает этой травы, кажется, нам. Ну, и их сдувало, они погибли. Лошади-то разбежались, дикие стали такое. Там и трактора с Днепра, все в речке, и топыкты там в 42-м году, в 43-м году начали поднимать эти затонувшие корабли с мукой, все, и кормили людей. И когда немцы захватили в 41-м году, так моряков, ну, там же Днепровская флотилия, она попала, ну, защищала, попала в окружение, так вот по Киеву их руки связаны колючей проволокой и везли их в Бабин Яр. Там же в Бабином Яру расстреляли 220 тысяч, 95 тысяч евреев, а остальные вот это семьи партизан и моряки, так это вообще жутко, представляете, колючей проволокой ведут их, разбитых, все. В 43-м году, когда нас освободили, я, отец был начальником почты, а я работал в спецсвязи. Всех сразу на фронт, таких, кто остался там жив или такой. А нас, пацанов, ну, 27-й год, в истребительный батальон и разместили в трех местах. Ну, у кого автомат, кто что, у кого винтовка была, у кого немецкий автомат. Нас по тревоге, пацаны, ну, подымут. Вы как участник боев с бандеровцами, вот для тех, кто считает, что бандеровцы – это национальные герои Украины, вот расскажите о том, насколько они бесчинствовали, насколько они к людям относились жестоко. Видите, действовали они в основном ночью. Фамилия в них там не было, там Дуб или такие имена. И убивали представителей, председателей колхоза, учителей, председатель сельсовета. И это все причем ночью. Причем вместе с их семьями. Да. Это все действовали ночью. Вот нас по тревоге подымут, мы едем, а они с леса как дадут, вот у нас процентов 20 и погибло ребят за это. Представляете, едешь, и тут с леса, а кругом же лес. Поджигали. Вот здесь этот сельсовет, поджигали ночью, и все, и опять в лес. А поскольку у меня была броня, я в спецсвязи работал, я говорю, нет, я лучше уйду на фронт. Отобрали 57 человек и на Дальний Восток. Там же проходили курс молодого краснофлотца. Ну, я был зачислен в школу. Эту дивизионную партийную школу кончал. И я был причастен секретарем комсомольской организации управления. Все вот эти писаря, шофера, ну, управления под моим руководством, как говорится. День Победы нас застал, мы были на стадионе. Когда на Западе закончилась война, тут Победа, все это как, это все, война кончилась. Все представляете, какое торжество было. И 8 августа, когда уже началась война с Японией, у нас по 60 человек на машины, и сразу же привезли на остров Русский. Потом подошли американские фрегаты. И во время Лец-Линзу американцы дали 30 фрегатов в России. И вот нас начали грузить на эти фрегаты. Ну, я как пулеметчик, мы сверху на палубе были, это все. Все было замаскировано, и нас весь, мы целую ночь шли до города Сейчин, Северная Корея. Вот нас высадили туда. А на острове Русский поймали 3 шпиона. Они радировали, что высаживается 13-я морская бригада. Но бригада-то не вышла сразу же. А японцы, когда им сообщили, они немножко
оппозиции приподнялись кверху, заняли оборону. Ну, при высадке у нас человек 10 погибло. Ну, бой, это же есть бой. И мы начали подниматься, это уже в 4 часа утра, кверху там такая ширина метра полтора, лестница метров 400 кверху, а там наверху были казармы японские. И все это надо было бегом, 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 да? Ну, бегом. Смотчасть, а пулемет 64 килограмма, да и лента 8 килограмм. Пацаны, ну, у нас расчет-то 5 человек. А пулемет-то в сборе. Поднимали, начали подниматься. А впереди, сразу туда же, в город Сечин, высадился Леонов. Он здесь у нас в городе был, дважды герой Советского Союза. Первый он старшина, второй это главстаршина, и он ему на севере первого героя присвоили, а второго героя за Корею. Он когда высадился туда, и ихню там стояла батарея, которая, чтобы уничтожить наши корабли, вот они эту батарею накрыли, взорвали, короче говоря. Ну, когда мы начали подниматься, ну, метров 300 поднялись, смотрим, так повернули направо, лежат наши убитые, 13 человек, это из бригады Леонова. Таких японцы вот добивали вот сюда, ножами вот в это место. Они жестоко в этом отношении. Ну, забрали в них гранаты, забрали автоматы. А мы когда подвинулись, уже начало рассветать, смотрим, метров 200, японцы переодеваются. Мы их сюда, давай, ты, нет, нет, ну как нет, когда лежать, кто же добил? Ну, мы их поставили к стенке. И дальше уже смотрим, начался сверху. Мы нас высадили против трех полков сборной корейской, спешенной кавалерийской, а мы как раз попали против японцев. Самураи, вот они, полуостров, так, вот на этом полуострове мы как раз вправо туда свернули. Ну, этих японцев, ну что, посмотрели, куда эти наших ребят добили, ну они тоже здесь, они же переодеваются, расстреляли. Ну, когда во время боя чувств никаких, становишься зверем, короче. Ну, к вечеру наша операция начала развиваться, мы начали штурмовать высоту 700. Ну, это с пулеметами. Ну, что, пацаны, так, такое. И у нас 24-й год был и 27-й год. Бой разгорелся сильный. Отступили, заняли прежние позиции. И трое суток были в окружении. Мы захватили тюрьму, там стена метра 4 от нас ночью забросали гранатами. Дождь такая, ну, не, местность-то неизвестна, они же большинство действовали, ну, они же, знаете, проходы все нас забросали гранатами. Так, вот тогда у нас с расчета погибло, вот с 5 человек осталось 2 живых. Я и этот, с Ленинграда. А что у нас? Впереди вот пулемет, а впереди узбеки. Но им сказали, что вы разговариваете по-русски. И вот получилось, когда ночью нас начали эти японцы наступать, а они не били, по-своему начали, не по-русски стали говорить. И мы начали гранатами тут, и они же были как впереди, как охрана, так и своих, так это, потому что, ну, не поймешь, или знает, такое, да. Вот. Так тоже человек. И вот, вот мы обстрелянные были все в истребительном батальоне, 27-й год, а они вот выстрелить и смотрят, ложись. А его снайпер раз, а у них же у японцев там были эти, типа такие капонеры, ну вот это все бетонированные, он прикован, смертники прикованы цепями, и он оттуда снайпера
убивали. Но когда нас освободили в Корее, нас корейцы решили угостить. А японцы травили, в них это водка из рисовая, ну, градусов 16. Ну, они пьете вот так, а наши вот котелочек перельет, у них аж за голову берутся. Ну и решили нас угостить. А японцы травили вот это все. И вот с нами стояла рядом эта дивизия тяжелых бомбардировщиков. Ребята, 30 человек принесли две канистры, выпили, и все, да, душа разрывается, как во время войны наша Ивана это, водка губила. Мы в Северной Корее были до сентября месяца. Нам за эту операцию батальону дали 6 героев Советского Союза. Ну, мы были трое суток в окружении, нас 176 человек там погибло, ну, не считая раненых. Раненые там. И вот Мария Цуканова, медсестра, попала в плен. У ей и глаза выкололи, и язык отрезали. И нас уже до 3 сентября, в сентябре месяце, мы возвратились. Да, и в 47 году возвратились вот сюда, на место, бухта Брег, промысловка. Деревня Крым, это где наш штаб был. Ну, с Японии, ну, соотношение погибших 1:10. То есть один наш, ну, мы, потому что у них вооружение в японцев, вот станковый пулемет, он как носилки, без щита, без приемника, патроны сыплются. У меня он наш на колесах, ленту возьмешь, это патроны сыплются, как их там. Ну, мы тоже, когда уже нас освободили, в плен не брали, потому что смотришь, наши добиты. Ну, на Дальнем Востоке вот я прослужил с 44 по 50, по октябрь 51 года. В 51 году, в октябре месяце, я демобилизовался. В городе, когда вы в нашем оказались, с 65 примерно года вы возглавляли музей в 57-й школе. Есть. Назывался имени Николая Островского. Да, Николай Островского. Вот хочу зачитать слова, которые на буклете вашего музея с тех времен изготовленного были написаны. «Самое дорогое у человека – это жизнь». Самое дорогое у человека – жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не сжег позор за подлинное и мелкое прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире». Борьбе за освобождение человечества. Замечательные слова. Многие из них, из нас, знают эти слова, помнят. Вот с книгами Николая Островского многие шли в бой. Вы это видели, да, в свое время. Да, все шли, даже вьетнамцы и китайцы. Это самое больше было выпущено книг Николая Островского. 15 миллионов. Ну, на всех. Ну, и вот когда сначала в 54-й школе, потом в 57-й школе. Ну, начали, тем более, что мы ездили на Украину, в Боярку, встречались с женой Николая Островского. Угу. И в Боярке с участниками, друзья Николая Островского, они еще живые были, встречались. Ну, там есть фотографии у меня, это, письма. Которые вот они писали, все они были. И даже в Москве был один, как же его фамилия, когда Беломоро-Балтийский канал строили, он там это участвовал. Ну, у него две дочери в Москве, и вот мы тоже, ну, то даже с пацанами она все время ездила навстречу. Ну, и решили организовать этот музей. И вот она, поскольку материалы живые, и я... И в этом, и во Львове, там мы были этот, при взятии Львова, там же 19 героев Советского Союза погибло.
там аллея, вот, кладбище Костюшки, коло кладбища, там похоронено 1000 с лишним человек наших солдат, по отдельности там могилки. Ну вот я все, ездили, фотографировали, материалы, швеи, как говорится. Ну, вот. То и решили организовать этот музей. Ну вот и не одно поколение новоуральцев прошло через ваш музей, да, юных школьников. И все воспитанники, которые были этими экскурсоводами, вот директор этой медицинской школы, это, она была экскурсоводом, пожалуйста, все вышли в люди. Вот они, когда дата Николая Островского, сочиняли стихотворение, ну, у меня это все материалы есть, каждый вот сейчас им преподнести, пацанам. Это тогда же не пацаны, а сейчас уже люди взрослые и большими начальниками стали. Вот, все так там на этом воспитывают. Если надо, у меня вот это все есть, их стихотворения написаны, все оформлено. То есть ваша работа, она не прошла зря, осталась в душах этих детей. И в заключение нашей встречи, Владимир Антонович, вот занимались вы патриотическим воспитанием, прошли войну. О ваших подвигах свидетельствуют вот эти награды. Обращение в канун 70-летия новоуральцам, к школьникам, к детям, к будущим поколениям от вас, участников Великой Отечественной войны. Я призываю всех школьников учиться, учиться и учиться. Знания – это ваша будущая жизнь. И в первую очередь быть человеком, честным, добрым, относиться к людям по-человечески. Ну, что еще? Ну, чтобы не было мучительно больно. Да, да, мучительно больно за свою прожитую жизнь. Вот я в данное время коммунист. Надо мной говорит, как так? А я же вот в октябре месяце я вступил в комсомол. Вот у меня медаль 90-летие. 90-летие комсомола. Первый залп с «Авроры» вот это. И этот, родина-то одна. Правительство меняется. За верность присяге я награжден тоже медалью. Я раз принимал присягу. А вторую присягу я. Да второй просто не бывает. Да, вот и все. Не, почему некоторые-то попереходили, не будем говорить. Это опять же вопреки тем словам, которые вы написали здесь, вот на вашем буклете, слова Николая Островского. Спасибо вам за встречу. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания. Остался дом за дымкою степною. Не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ время. Я снова поднимаюсь по тревоге, и снова в бой такой, что пулям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце, ты только не взорвись на полдороги,
сердце. Дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память.